Так, дорогие мои, я начинаю свой репортаж из города Коны. Мы снова выходим в открытый океан. Едут дети, у нас сегодня прогулка. Прощай, любимый город, ходит завтра в море. Господин капитан, с нами сегодня дети. Смотрите, какие все счастливые, довольны. Ну как же надо? А вечер опять хороший такой, что песен петь нам нельзя. Итак, о морской, о дружбе большой, подтянет дружнее друзья. Прощай, любимый Кона! Ходим завтра в море. Смотрите, какой рассвет! 6 часов утра! Красота неописуемая! Вот он, открытый океан уже! А ну-ка, Иван! Вот это ты попал в кадр, как один гавайский моряк! Да, смотри, у него и тельняшка такая, Иван! Ты не на флоте служил? Красотища! Вот ха-ха, я не могу! Ну, я не знаю, у Димы, конечно, экспириенс моряка гавайского большой. У нас практически его по сравнению с ним нету. Все счастливые. Дети кушают, а Ваня уже очки одел, смотрите на него. Удочки уже настроены. Добавлена скорость. Как бы Дону Пабло удержаться на ногах и не упасть от этого. Уже болтает, видите как. Ох, надо будет сюда сегодня залезть, наверное. Капитан настраивает удочки. Ваня, ты заметил, что за рулем-то никого нету, Вань? Может, тебе занять место капитана, нет? У тебя тельняшка есть. А вот, пожалуйста, смотрите, сын капитана занимает место. По-прежнему красивейший рассвет на Гавайях. Мне так нравятся рассветы здесь и закаты. Просто красота какая-то неописуемая. Не надо рисовать даже картины, просто фотографируй, получается очень красиво. Как будто не фотография, а картина. Ух, как болтает. Yeah.
внимание, какие рассветы идут. Рассвет такой за горы. Это все горы там. И солнце встает оттуда. Вот. Ну а моряк, как говорится, Иван опять у нас в кадре. Иван, как настроение вообще-то? Very well, да? Это отлично. Видите, капитан внимательно следит за удочками. Капитан у нас смелый и отважный. Вот. Так, моряки, слушайте, давайте. Капитан дает команду моряку Ивану и Диме, чтобы как поймать рыбу и вытащить ее, большую или малую. Швыряет и болтает удочку, но однако смотрите, как красиво все, дорогие мои зрители. Фишфандер работает, все классно. Руль свободный. Вот это люк, вверх можно вылезти. А куда лодка плывет, я не знаю. С нами дети, наше будущее. Наш капитан смелый, отважный, имеет очень большой экспириенс, опыт. Вот наш капитан. Сегодня и прогулка с детьми, одновременно рыбалка. Ну красиво, мне так нравится здесь. Иван, близ города Кона поймали мы Она, так? Ну вот, смотрите, как за бортом бурлит вода, она по-прежнему фиолетового цвета, здесь красиво все, настолько, не знаю, я даже не передать это все. Свежий воздух, рассвет, такие облака, лодку покачивают.
классно все. Мы с Ваней снимаем друг друга, так, да? Ты в кадре, да, Иван? О, ты сидишь, куда ж ты, Иван? Ну, ты... это не надо так. Это. Зрители, что же, они только видят твой телефон и все. Да. А я должен, слышишь, Ваня, а я должен зрителей своих баловать вот это. Постоянно. Вот капитан у нас, смотрите, какой смелый и отважный. Уже Mayet Experience. Вот. Мы плывем на этой прекрасной лодке. Ее классическое название Рази. Вот дети очень счастливые. You are happy? Видишь? Дети счастливые, потому что она в океане, на Гавайях. Страха никакого здесь нету, потому что ты знаешь, что эта вода теплая. И даже если окажешься за бортом, ты понимаешь, что ты будешь плыть, и берег не так далеко. Вот так вот мы в открытом океане. Дорогие мои, вот оно, солнышко какое красивое встает. Я с вами веду репортаж с этой прекрасной лодки Рази. А с вами был, и вы меня уже сразу узнали по голосу, ваш журналист. Конечно, Дон Папа, это я. Я с вами и веду репортаж специально для вас с этой прекрасной лодки Рази. Ваш Дон Пабло. Иван улыбается. О, как зашвыряло. Видишь, Ваня такой счастливый. Вань, ты счастлива? Конечно, счастлив.